Почему нет квитанции за тепло и водоснабжение? Уже 20 марта, а что дальше? Начисление пени? Задают вопросы наши телезрители. Оказалось, в ТГК-1 произошел сбой в программном обеспечении. Ситуацию прокомментировали в Апатитской ТЭЦ. На 28 декабря 2018 года постановлением правительства 1708 были внесены изменения в правила предоставления коммунальных услуг, которые кардинальным образом изменили весь алгоритм расчета по жилому фонду. Это потребовало больших работ по изменению программного обеспечения. К сожалению, с первой попытки это не очень удачно получилось. В настоящий момент квитанции находятся в печати. Я думаю, завтра мы уже начнем доставку их исполнителям коммунальных услуг для разноски. В связи с задержкой квитанции пени начисляться не будут.